Могу сказать, что в апреле, в конце марта, в апреле добыча была просто отрицательной. В 2020 году нефтяниками было добыто 26 миллионов тонн нефти. Это на 4 миллиона меньше, чем за 2019 год. Важным направлением деятельности осталась забота об экологии региона. В приоритете была и остается социальная политика. 1065 работникам, находящимся в отпуске по уходу за детьми, выплачена материальная помощь суммы 65 миллионов рублей. Многодетным семьям, детям-сиротам выплачено 21 миллион рублей. Большой проект, который сейчас реализуется при поддержке компании, это создание научно-исследовательского центра. В этом году будут введены в эксплуатацию общежития для студентов и преподавателей. Уже с начала апреля начнется его заселение. Мы прошлись по общежитию. Хорошее общежитие, отличные условия для студентов. Я думаю, что в этих условиях они вырастут хорошими специалистами. К концу года завершатся отделочные работы в лабораторном корпусе. Спортивные учебные корпуса откроются следующими к 2023 году. Культурно-общественный центр открыть планируют в 2025 году. Еще один значимый социальный проект – строительство большого киноконцертного зала. Планы компании о благоустройстве касаются и других городов Юго-Востока. Рената Саидгараева, Булат Усманов, новости Юго-Востока.